суд оставил под арестом имущество золотодобывающей компании «Сисим». Это автомобиль «Лексус» и 132 килограмма золотосодержащего сырья. 19 октября в Курагинском районе на реке Сейва прорвало дамбу. 4-метровой волной смыло 2 общежития вахтового поселка. В них жили рабочие, которые занимались добычей золота на прииске. 17 человек погибли, 3 до сих пор числятся пропавшими без вести. Сотрудники МЧС проводят рейды по местам продажи пиротехники. Они проверяют документы, подтверждающие качество фейерверков, хлопушек, петард и бенгальских огней. Спасатели проверяют условия хранения и срок годности. Запускать фейерверки можно только на открытых пространствах, вдали от деревьев и электропроводов. Инспекторы ГИБДД будут наблюдать за нарушителями с вертолета. Патрулирование вводят на время выходных. Особое внимание уделяют выезду на встречную полосу на загородных трассах. Полученную в небе информацию о нарушителях сотрудники по рации тут же передадут в ближайший пост ДПС. Подобные меры ввели после ряда страшных аварий, которые произошли недавно на трассах Красноярского края. Пластических хирургов застрахуют от врачебных ошибок. Проект разработали страховой дом ВСК и Институт пластической хирургии и косметологии. Председатель специализированного конгресса уверяет, подобная мера необходима для современных пластических хирургов.